В Египте вынесли самый суровый в современной истории приговор. К смертной казни приговорены 529 человек. Все они участники запрещенного движения «Братья-мусульмане», которые поддерживали отстраненного от власти президента Мурси. Всех обвиняют в убийствах и террористической деятельности. Мы считаем данный процесс справедливым. Все это рассматривалось в рамках прав, закрепленных в Уголовном кодексе. Мы не поддерживаем ни одну из сторон. Поэтому вердикт был вынесен независимо. Мы все знаем о преступлениях, совершенных братьями-мусульманами. Но мы должны защищать правопорядок в Египте и обеспечивать справедливость для всех. В свою очередь, Соединенные Штаты считают такое решение поспешным и с нарушением международных стандартов судопроизводства. Об этом заявила Мари Харф, официальный представитель Госдепартамента США. Сейчас администрация штатов добивается от правительства Египта объяснений по этому поводу и призывает его представить всем обвиняемым возможность в справедливой судебной защите.